Парад в маскарадных костюмах, мастер-классы по изготовлению масок и театральной бутафории, игры, конкурсы, пантомимы. Гости Пушкинки могли найти для себя дело на любой вкус и возраст. Главной темой, объединяющей площадки «Библиосумерек», стал театр. Посетители не только познакомились с историей этого вида искусства, но и узнали больше о саровской драме. И мы очень старались, чтобы сегодня на наших площадках тема театра была раскрыта интересно, нетрадиционно, и так, чтобы действительно детям и взрослым была возможность не только что-то новое узнать о театре, в том числе и о нашем городском театре, который отмечает юбилей, но еще и самим попробовать себя в самых разных ролях. Примерить на себя роли домашних животных, птиц и даже облака дети смогли на площадке «Экспромт-театр». Надев на себя маски, ребята при помощи мимики и движений сыграли небольшие спектакли. Тема театра, по мнению библиотекарей, всегда будет интересна детям. Ребята могут показать свое мастерство, проявить свои возможности, свои способности. А еще, наверное, потому что дети любят сами смотреть на игру актеров и любят сами выступать и показывать свои умения. И, наверное, потому что дети могут сами побывать в этом сказочном мире. «Библиосумерки» всегда вызывали у горожан большой интерес, и этот год не стал исключением. Вечер, проведенный в библиотеке имени Пушкина, оставил как у детей, так и у взрослых приятные впечатления. Участниками акции стали более 700 человек, и каждый нашел себе занятие по душе. Весело, интересно, да, но очень динамично, детям нравится, все очень творчески. Мне понравилось, что здесь нужно пазл собирать. Игра очень хорошая, мне понравилось. Мне очень понравилось петушком в сказке быть. Больше всего мне понравилась площадка, где мы делали маски. Завершив «Библиосумерки», сотрудники Пушкинки начали подготовку к следующему масштабному проекту – НЛО или научная лаборатория открытий, которая будет проходить во время летних каникул. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».